Всем привет! Сегодня с вами две обворожительные ведущие – Катя и Настя. Ты представляешь, нам через 2 года уже школу заканчивать. А у меня нет формы. Что же я одену на последний звонок? Да это ерунда. Ты понимаешь, мы закончим школу и больше в нее не вернемся. Ни понтов, ни фартука. 11 А. Класс с углубленным изучением математики. В городе Улан-Удэ более 2500 11-классников услышали последний звонок. В каждой школе он проходил по-разному. Но мы, корреспонденты из Кул ТВ, посетили наших выпускников, любимых ведущих Настю и Чимиту. Очень грустно, что мы заканчиваем эту школу. Вот теперь мы уже выпускники 33-й гимназии, и не только. И мы являемся выпускниками Кул ТВ. Спасибо всем, спасибо школе нашей, спасибо Кул ТВ за то, что приняли нас и многому нас научили. Говорить «до свидания» тяжело, ведь эмоции бьют через край. Больше не сяду за эту парту, не увижу своих учителей, не буду вставать каждое утро со вздохами там всякими, то что надо в школу вставать. 11 А в гимназии номер 33 считается очень сильным. Ребята не только занимают призовые места на республиканских олимпиадах по физике и математике, но и достойно показывают себя во всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука, легкой атлетике. Ребятам из математического класса близки также гуманитарные науки и разные виды творчества, например, написание стихов или рэп. Я думаю, что мы с своими ребятами – это единое целое, и мне очень тяжело с ними расставаться, потому что каждый из них дорог мне как родной. Валентина Кузнецова, учитель с большой буквы, всегда направляла ребят и помогала им. Если бы не она, мы бы вообще, наверное, никуда бы и не выезжали, и, может быть, не были бы такими, какие мы есть. Последняя линейка запомнится каждому. И родные стены школы всегда будут с теплотой принимать своих выпускников. Все было очень красиво. Ну, в принципе, как и должно проходить на последнем звонке. Это все-таки последний день в нашей школе. И 25 мая выпускники сделали еще один шаг по лестнице жизни. В новую, взрослую жизнь, которая принесет много интересного и незабываемого. Давай, будет скорее желание! Что смотришь? Да вот вакансии в интернете смотрю. И что, собираешься устроиться на работу? Нет, выбираю будущую специальность. Какая же она? Самая востребованная специальность. Первое, что выходит на этот вопрос в поисковике, это IT-технологии, менеджмент, работа в сфере торговли. Все эти специальности вы найдете в Институте информационных технологий, экономики и управления СГАКИ. Наш факультет или Институт информационных технологий, экономики и управления – это самое большое структурное подразделение в СГАКИ. И самое большое, самое перспективное. Наши выпускники работают во многих отраслях деятельности, в соседних регионах, по всей России, за рубежом, в Канаде, в Америке, занимая должности, начиная от работы в библиотеках, в банках, в государственных структурах, в различных министерствах. Все студенты успешно трудоустраиваются. В лучших традициях института, академии культуры у нас осуществляется именно индивидуальная подготовка, индивидуальный подход к каждому студенту. Начнем с менеджмента. Под этим обтекаемым словом скрывается масса вакансий. Менеджер по продажам, по персоналу, бренд-менеджер и так далее. Кроме того, если ты мечтаешь стать успешным бизнесменом, то знания в области менеджмента тебе просто необходимы. IT-специалист расшифровывается как специалист в сфере информационных технологий. Без таких специалистов на сегодняшний день не обходится ни одна компания. Управление проектами в шоу-бизнесе. Звучит интересно? Кафедра экономики и социально-культурной среды идет в ногу со временем. Шоу-бизнес динамично развивается, и работа в сфере управления проектами шоу-бизнеса очень востребована и интересна. Специалист по управлению финансами на предприятии – популярное направление. На кафедре экономики и социально-культурной среды в СГАКИ у студентов формирует современное экономическое мышление, что сейчас очень актуально. Насколько востребована такая специальность?
Ну, достаточно востребовано. Дело в том, что будет востребовано очень сильно в ближайшее время, потому что идет экономический кризис. Вот в связи с этим очень нужны специалисты, которые только что отучились, которые не умеют еще работать в старой системе, да, не привыкли. То есть нет стереотипов. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Современные руководители нуждаются в специалистах, занимающихся подготовкой и переработкой информации, созданием и ведением баз данных, управлением информационными ресурсами. Кафедра библиотечных и информационных ресурсов готовит специалистов такого профиля. В руках диплом победителя Олимпиады по информационной культуре. Данный диплом дает огромные преимущества при поступлении во ВГАКи. Я считаю, что это очень интересно и актуально в данный момент, потому что в современном мире развиваются коммуникационные технологии в основном. Я считаю, что именно это направление очень перспективно в будущем. Если же вы больше гуманитарий, увлекаетесь историей, культурой, философией или психологией, то вам прямая дорога на гуманитарно-культурологический факультет в ЗГАКе. Наш факультет представляет три специальности. Первая специальность – это культурология, преподаватель культурологии. Вторая специальность – это психолого-педагогическое образование. И также у нас направление народно-художественной культуры. Выпускники наши востребованы в таких организациях, учреждениях, как научно-исследовательские, различные центры, учреждения. Также они могут руководить этнокультурными центрами в различных органах государственной власти, в том числе, а также в туристическом и экскурсионном бизнесе. Наши студенты проходят практику в Китае, Монголии, стажируются, активно участвуют в различных конференциях. Главное, чтобы человеку было интересно, и мне интересно. Мне нравится читать разные книги по теме культуры, мне нравится выступать на семинарах, рассказывать. Я думаю, культуру в наше время сильно недооценивают. Специальность психолого-педагогическое образование, также носит у нас профиль психология и социальная педагогика. Выпускники у нас востребованы в таких организациях, как социальные учреждения, где оказывают помощь семье, детям. То есть данная специальность представляет собой непосредственно оказание помощи детям, которые оказались в трудных жизненных условиях, в семьях, которые нуждаются в социальной помощи. Что касается народно-художественной культуры, то у нас есть два профиля. Первое – это руководство однокультурным центром, где можно выходить именно руководителем различных центров. И второе – это теория и история народно-художественной культуры. Таким образом, данная специальность представляет два направления работы. Первое – это научно-исследовательская деятельность, и второе – это творческо-исполнительская. То есть ребята непосредственно даже соприкасаются вот эти два направления. То есть, например, они готовят какие-то концертные номера, и в то же время эти концертные номера, которые представляют обряды, традиции, они отражают научно-исследовательскую работу. Мелодия возрадовалась, на рыбе соскочила башмачечек, не надела, на рыбе соскочила башмачечек, не надела, башмачечек, не надела, голову не приписала. И я поступила сюда, потому что в наше время мы должны сохранить нашу культуру, бурятскую культуру, и сохранить и передать поколение в поколение. Все хотят быть успешными и знаменитыми, но не знают как. Мы предлагаем всем молодым и талантливым использовать свой шанс. Старейший вуз культуры России в ЗГАКе, знаменитый своими традициями, неповторимой школой и выдающимися выпускниками, для каждого это реальная возможность быть в будущем настоящим и нужным профессионалом. В ЗГАКе великая полувековая история. Вы, нынешние абитуриенты, можете ее успешно продолжить. Информация на сайте www.vzgaki.ru или по телефону 23 24 14. Экзамены через 2 дня. Готовиться надо. А ты чего такая спокойная? А я знаю, как можно легко сдать экзамены. I'm gonna live my life. No matter what we party tonight, I'm gonna live my life. I know that we gon' be alright. Yo, hell yeah, dirty bass. Ghetto girl, you drive me crazy. Hell yeah, dirty bass. Yo, this beat make me go wild. This drink make me fall down. I party hard like carnival. Let's burn this beat.
Полином приглашает за покупками. В преддверии экзаменов большой выбор методических пособий, сборников задач и сочинений, учебных материалов. В сети книжных магазинов «Полином» найдется все для абитуриентов, помощь к поступлению, а также для учащихся старших, средних и начальных классов. Учиться легко вместе с «Полином». Настя, а? Ты что, в детстве в куклы не наигралась? Ничего ты не понимаешь, это же не обычные куклы, а самодельные. Раз. В обратную сторону. В обратную сторону. Раз. И уходишь за сцену. Лимоночка, да? В центр. Мне нравится в кружке заниматься, петь, танцевать. Мне все здесь нравится, даже учиться. Что у нас где? И назад. Так. Ласточка у нас здесь, да, спит? Так отвечает каждый, кто учится в школе-интернат 5-го вида и посещает театральный кружок. Занятия здесь проходят в игровой форме. Дети раскрепощаются и учатся выражать свои эмоции и чувства. Раскрываем шире-шире костюм. Парит ласточка. Лимовочка раскрывает свой костюм. Ученики вместе с педагогом ставят детские сказки и сами придумывают разные сценки. Также в школе-интернат есть свой музей кукол. Это музей кукол. Куклы там разные. В витрине куклы, которые были изготовлены руками детей. И руками детей вот этого класса. То есть там мы делали из папье-маше-матрешек. И комбинированные куклы «Дамы эпохи» мы назвали коллекцию. Это совместная работа родителей и детей. Изготовление кукол – довольно трудоемкий процесс, но интересный. И ребята очень стараются, вкладывая частичку своей души в каждую куклу. Сначала мы берем пластилин, делаем форму, потом же заводим клейстер и потом же заклеиваем его бумагой на пластилин, газетой и бумагой. Итак, кукла почти готова. Осталось выбрать правильный цвет и нанести краску. И в этом ребята помогают классный руководитель. Мы развиваем моторику у детей, и мелкая моторика, она тесно взаимосвязана с речевыми центрами, то есть мы помогаем одним и другому. Все у нас в комплексе. Ну и помимо всего прочего, это всестороннее развитие ребенка, детям очень нравится. Несмотря на то, что театральный кружок существует совсем недавно, ребятам есть чем похвастаться. Мы заняли самое первое место, называется наша сказка «Дюймовочка». А точнее говоря, гран-при на фестивале кукол «Сказочная страна». В нем принимали участие дети из разных коррекционных школ. Ребята попробовали себя в роли героев детских сказок «Колобок», «Машенька» и многие других. Юные кукловоды, словно профессиональные артисты, с легкостью перевоплощали своих героев. Катя рассказала нам, что ее героиня очень близка ей по духу и в чем-то похожа на нее. Она маленькая, красивая, хорошая, добрая. И действительно, фестивали такого рода помогают детям раскрепоститься, адаптироваться в обществе и, главное, реализовать себя. Наконец-то закончился учебный год, и впереди каникулы. Хочется повеселиться и отдохнуть, а где это можно сделать, вы сейчас узнаете. Центр «Боулинг Турбина» приглашает именинников отметить свой праздник и дарит скидку 10% на весь ассортимент. Банкетный зал рассчитан на 30-40 человек. Музыкальное сопровождение, европейская кухня, вкуснейшая пицца. Здесь вполне можно необычным образом отпраздновать выпускной вечер. Скучать не придется, ведь в любое время можно прервать застолье и размяться за игрой в боулинг. Также в боулинге «Турбина» ежедневно работает школа боулинга, где с 9 утра до 9 вечера опытные инструктора обязательно научат вас выбивать страйки. Внимание! С 21 по 31 мая действует акция. С 9 утра до 13 дня скидка 20% при заказе от 350 рублей. С 13 до 18 часов скидка 10%. Скидку на ваш выбор также можно обменять на сертификат детского игрового центра «Занзибар».
Спорт – святое дело. Да, например, занятия тхэквондо могут научить выдержке и силе воли. И герой нашего следующего сюжета – живое тому подтверждение. Юные тхэквондисты из 49-й школы старательно тренируются. Возможно, кто-то из них в следующем году проведет еще один кубок викингов, как это сделал ученик 6-го класса Никита Студенин. Никита занимается у нас 4 года в 49-й школе, ну и в детской спортивной школе номер 5. Результаты у него хорошие, в принципе, с самого начала обучения. С первым годом обучения он у нас стал чемпионом республики. Он является двукратным абсолютным чемпионом республики у нас, многократным чемпионом азербайджанского турнира, международного турнира. Двукратным чемпионом России. Никита полевой, добивается поставленных целей, то бишь не ленится никогда, занимается. Люблю выступать на своих соревнованиях. У меня там большие успехи, я многократный чемпион. Мне нравится ездить и на выездные соревнования, на чемпионат России и в Дальний Восток. Там у меня тоже успехи, но там, конечно же, труднее не у себя дома. Но тоже успехи очень хорошие. Это медаль с чемпионата России, первое место в 2011 году. Это медаль с чемпионата России тоже в 2012 году, второе место. Это медаль с Кубка Викингов в 2012 году, первое место. Он проходил в Швеции, в городе Шовде, 31 апреля. Ну, там собирались 14 стран Европы и две приглашенные еще страны. Эти шлемы выдавали только за первые места, и мне такой выдали. Ну, у нас в классе как бы учитель говорит нам составлять индивидуальный план. Мы каждый год его делаем. Там наши успехи, наши достижения, дальнейшие какие-нибудь участия в каких-то мероприятиях. Ну и, конечно же, на день она нам советует какие-то делать задания, упражнения, чтобы соблюдать распорядок дня. После тренировок я прихожу, и мне как-то лучше усваиваются уроки. Я даже писал про это многие доклады, выигрывал в конференциях. Я занимаюсь не только тхэквондо. Мне нравятся разнообразные спорты, все виды спортов. Легкая атлетика, футбол, волейбол, плавание. Ну, я стараюсь как-нибудь увлекаться этими спортами. Хожу в бассейн, играю в футбол. Ну, конечно, самый главный вид спорта мой – это тхэквондо. Долго выбирали и остановились на тхэквондо, потому что как бы он самый щадящий такой из всех боевых искусств. Там нету такого жесткого контакта, как, например, в боксе, там в карате. И там очень много упражнений на пластику, то есть задействована такая змеиная мускулатура, растяжка. Очень полезно для здоровья. Тхэквондо – это особая философия еще. Кроме того, что они там тренируются, они там воспитываются. То есть они очень дружные, они заботятся о друг друге, все спортсмены, они друг друга все знают. То есть вот даже на соревнования они выезжают, мы не переживаем, потому что старшие всегда присмотрят за младшими, то есть все под контролем. Мы его стараемся во всем поддерживать, и в спорте мы его отправляем на соревнования, потому что, это развитие. Если заниматься только вот среди своих, это постоянные, то есть они знают уже друг друга, выучили, кто как ведет бой, кто на что способен. А когда они выезжают даже вот по России, в разные регионы, они набираются очень опыта много. Поэтому мы его поддерживаем. Ну и по учебе, конечно же, мы с ним занимаемся, помогаем, дополнительно занимаемся, следим за тем, чтобы он не отставал и все наверстывал то, что пропускает. Будет в октябре Кубок мира в Англии, в Лондоне. Собираюсь на него поехать, готовлюсь. Конечно, надеюсь победить, загадывать суеверно.
А, я поняла, откуда у тебя столько энергии. Да, я вспомнила, как мы ходили на олимпийский ритм. Сегодня мы находимся на уникальной площадке, где можно наблюдать выступления спортивных организаций и молодежных субкультур. И все это «Олимпийский ритм 2012». Открывшийся в этом году ФСК в очередной раз собрал под своей крышей спортсменов и танцоров. Более 60 участников из 10 городов России соревновались за звание лучшего из лучших в межрегиональном спортивном фестивале «Олимпийский ритм». Координаторы собрали много очень танцоров со всей Сибири. То, что это дает нам как бы шанс показать себя и поделиться танцами и навыками с другими танцорами. Настоящий танцбаттл поразил и приятно удивил как судей, так и зрителей. Фестиваль проходил по трем направлениям – брейк-данс, хип-хоп, электроданс. Несмотря на то, что электроданс и брейк редко пересекаются на соревнованиях, организаторам олимпийского ритма удалось их объединить. Раньше брейк-данс и электроданс, они между собой не общались. Здесь вы видите все на одной площадке, очень дружно. Однако не менее сильные впечатления произвели спортивные федерации, такие как УШУ и Тхэквондо. Федерация УШУ. Фестиваль проходил под лозунгом «Доброта спасет жизнь». Очень мало зрителей. Мы очень надеялись, что продажа билетов она пойдет в фонд поддержки Мариши Барлуковой. Девочка год назад танцевала с ребятами, она участвовала в олимпийском ритме, участвовала в различных социальных проектах. К сожалению, она сейчас у нее очень тяжелое заболевание. В качестве судей были приглашены именитые танцоры, среди них и Надежда Котли, победительница чемпионата мира по брейк-танцу, которая дала пару советов нашим танцорам. Я желаю путешествий. Потому что как тренироваться, сидеть в залах можно хоть всю жизнь, но когда ты начинаешь выезжать на более далекие территории, ты уже как бы видишь больше других танцоров, ты видишь более опытных танцоров и так далее. Вот, то есть всегда есть к кому стремиться, на что смотреть и чему учиться. За 3 года фестиваль приобрел статус межрегионального и не собирается останавливаться на достигнутом. И в следующем году планирует выйти на международный уровень. Ну вот и все. Подошла к концу наша передача. Смотрите нас в следующее воскресенье. Всем пока! До скорых встреч!